Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и я у себя в аккаунте, под моим аккаунтом, и нужно мне тоже же выполнить это задание, битву с боссом, иначе я не получу вот эту награду. То есть в аккаунте Эдика я уже снял несколько серий, там точно мы это все дело получим. Так, ну, а здесь нужно постараться. Ну, хотя получат все, кто хотя бы разок сражался в этом турнире. Итак, кем мы можем здесь сражаться? Так, вот у меня такой вот интересный выбор стоит. Кого же взять? Вот так вот. Ну, получается как? То есть пахигалозавр из-за большого количества жизней должен накопить как можно больше баллов для Метриофадона. Потому что, ну, он сам по себе дохлый, но удар у него чертовски сильный. Посмотрим, что у меня получится. Возьмем вот такую троицу. Хотя давайте не так. Как бы его так сделать? Ну ладно, давайте пойдем так, а потом еще возьмем, может, какую-то троицу с амфибиями или нет. Как у нас будет выглядеть наша самая сильная троица? Ну вот, на самом деле, Едон и Пахигалозавр, они примерно равны. То есть тут больше удар, тут больше жизни. Допустим, первый идет Пахигалозавр. Он будет танковать. Вот вторым можно взять Метриофадона. Хотя нет, давайте все-таки первым возьмем Метриофадона, потом Пахигалозавра и Горгазуха. Как вы считаете? Так, ну ладно, давайте так. Вот такая вот разношерстная у нас троица. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот в чем прелесть. Метриофадон с первого удара ложит. Ложит первого. Но теперь у него удар будет вдвое сильнее. Может, стоило его и вторым поставить. Ну, давай, птичка. Ну, тут нужно баллов насобирать побольше. А он будет вообще взлетать? Так, ну он проатаковал по полной. Этот Метриофадон иммунно вообще на один зуб. Какие зубы кинжалы 30-сантиметровые, представляете себе? Так, минус. Ну, тут, конечно, очень легко Метриофадоном все убивается. Поначалу. Так. Только, пожалуйста, не пробивай меня на все 7. На 6, молодец. Это идеально. Лучше он сделать просто не мог. А я его сейчас пробью. Раз, два, три. Он труп, один добавил. И 4 защиту поставим. Молодец. Умничка. Тут один Метриофадон может 4 завалить. Или 3, сколько? 4. Вот реально можно его пробить, мне кажется. Вот плохо получилось, ребята. Вот если бы он меня сейчас не проатаковал, было бы шоколадно. Но у него много баллов, он будет атаковать. На 4. Вот очень подло. Ну вот как это называется? 3 балла приберег себе, да, она просто так получается. Эх. Так, вообще-то я тут в этих боях никогда не подменялся. Вообще-то надо было подмениться.
Я его пробил. А он меня не сможет. Он меня не сможет. Но у него же 4 балла всего лишь. Так, 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 так. Это интересно. Если он меня сейчас не атакует, то я, наверное, не буду ставить защиту. Так, он меня проатаковал на 3. У него остался 1. Ну, давайте сделаем ход конем. Четыре атакуют на 1. Давайте так. Я 4 ж вроде как выдержу. 4, 3. Не, не выдержу. 6, молодец. Но тут дело в чем? То есть я его сейчас не могу пробивать, потому что я его точно не пробью. Малый удар. Мне нужно 8 баллов сохранить на Горгазуха. И там я его пробью без проблем. Давай, 4, твой ход. То есть я сейчас буду вот все время делать 4-4. Шикарный бой, мне нравится. Мне уже нравится, ребята. Мы пробьем 5-го. Мы пробьем. 6 атакуют на 4. Так, ну, надеюсь, 6 баллов не хватит. Блин. Блин, а может и не хватит. Так, у него 2 балла осталось. Не хватает, ребята. У него 2 могло стоять. То есть я бы его сейчас мог пробить. Но я рассчитывал с того, что я 4 выдержу от него, по-любому. У него осталось... Будет 7 баллов у него сейчас. 3 я выдержу. Проатаковал на 6, 1 балл приберег такие. 1 балл приберег. У него будет 5. Ну, вот так вот давайте. Нет, у него все-таки 4. Осталось 3. Так. Выдержу ли я 6? 6, 6, 6. Не, точно не выдержу. Оу, ну 3 выдержу. Есть! Ну вот сейчас мы его пробиваем. Супер удар, первый от Омеги 09 в этом бою. И мы его просто уничтожаем. Так, вот я его пробил. На следующий ход... Слушайте. Если я поставлю сейчас 3 в защиту... Я выживу. Прикольно получилось. Представляете себе, я в безлимитном аккаунте не смог так далеко зайти, как зашел под своим аккаунтом. Ну, правда, у меня такая смешанная троица. Но я 3 амфибиями, по-моему, столько урона там не нанес. Так, ну и все, тут просто атакуем. Ну, хотя я мог бы еще выжить, да. Вот сейчас можно было 4 в защиту поставить, и я бы выжил. Ну, кто ж знал. Но это лучший бой. Мой лучший бой. И я его сделал у себя в аккаунте, а это круто. Ну, давай, сколько там урона? Сколько, сколько, сколько? Сто 167. Там у меня точно было меньше, ребятка. Ну, кто помнит, можете написать, сколько у меня было самое большее под аккаунтом Эдика. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, сколько у вас получилось нанести ударов, смогли ли вы превзойти мой рекорд, ну и сколько баллов вы в целом набрали. На этом все. Всем пока.